Главной темой еженедельного аппаратного совещания стал вопрос организации праздничных мероприятий, посвященных победе советской армии над фашистской Германией. Обращаясь к присутствующим, глава города Зайнуддин Акмазов подчеркнул, что все должно быть подготовлено и организовано на высоком уровне с привлечением всех муниципальных служб и горожан. Вчера провели праздник, один из значимых праздников государственных. Ну как он пошел? Оценить должны жители города. Теперь надо сосредоточиться на том, чтобы подготовиться к 9 мая. С каждым годом надо этот праздник проводить более торжественно и значимо. В продолжении совещания дежурный по городу первый заместитель главы администрации Бадыр Ахметов предоставил информацию о ситуации по городу, отметив, что за период дежурства чрезвычайных происшествий, в том числе коммунального характера, не наблюдалось. АЧС не было, коммунальные службы работали в своем режиме, никаких вопросов не возникало. По другим вопросам проблем не было, мероприятие прошло нормально. Зайнуддин Акмазов также поинтересовался ходом проводимых мероприятий по устранению случаев поджога мусора в черте центральной части города. В течение недели случаев стихийного поджога не наблюдалось, но несмотря на это работниками торгового отдела проводится разъяснительная работа, рассказал представитель отдела торговли. В завершении собрания руководителям всех организаций и служб было дано поручение красочно оформить фасадные части зданий к 9 мая. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».